Так, пацаны. Все, мы вышли из дома и сразу поймали такси, потому что мы очень спешим. Афору. У нас целый комбо из такси. Мы сели, короче, в 3 такси, потому что мы не поместили даже 2. Вот есть Петя Бондарь в первой машине, дядь Миша в последней, и все остальные в середине. Блин, там не видно, надо это. Ну, короче, раз машина. Там же не 2. Опускай окно. Вы чё тут, а? А вы чё за нами едете всю дорогу, а? Слушай, уйди отсюда. Пока, удачники. Так, мы приехали. Я всегда к нашему любимому музею искусства. Сегодня наш парень, гордость страны, представляет всю Россию. Холодно, холодно. Чё так холодно, да? Отожмись, отожмись. У меня рюкзак. И что? Еще больше. Так, пацаны, мы сейчас перелезаем. Как начинается чемпионат мира? Вот так вот начинается чемпионат мира. Никаких билетов, никаких преград. Пока что никого странно, хотя обещали, что 8 уже начало. По идее, 7.30, тут все должны быть. Ну, еще 5, сегодня народу. А никого нет. Так мы встали в 6, пацаны, в 6 часов. Короче, мы перелезли и до 8, потому что нас окружила охрана, и теперь нас хотят, чтобы мы ушли отсюда. Ну, в общем, нас выгнали, и мы теперь думаем, куда нам пойти. А вот охранник нет. Говорит нам, что надо туда уходить. Пипец, пацаны. Нас обманули. Нас обманули, пацаны. Команда неудачников. Мы сидим тут уже минут 10 где-то, или 20, я не знаю. И, в общем, мы покатались в флет немного. Флет в 7 утра. Я в это время только в школу ставил. А на перепрайс смотрите. Я понятно, то я смыслю. Нас пропустили! Первый чемпионат, самые крутые. Сейчас Петя всех зарыл тогда. Там просто человек 100 стоит на футере. Короче, мы сидим, ждем начала.
Раскатка — это вообще просто пипец. Такие трюки я таких никогда в жизни не видел. И думаю, я таких никогда в жизни сам не сделаю. Я даже некоторых трюков даже я название не знаю. Пацаны 13-летние фигачат, как у нас, блин. У нас таких просто нет. В общем, Петян катается в самой последней группе. И он катается с черным жарком. Откатался уже первая пятерка. Петян выступает где-то через 20 минут. Пацаны, черный Кларк так замесил, это просто пипец. Петян катался вот так, на план. All right, everyone, now Petter Bodnar from Moscow in 3, 2, 1, Petter Bodnar, the sole Russian representative here at ISA World Championships 2016, Petter Bodnar with the truck driver down the bank, 30 seconds left on the clock. Riding for kick scooter shot, stomp with the fast bar front flip out of the bank. Ready to drop in on the GoPro box. Three bar bar sticks it. 13 seconds left to go. Sliding out of the lip slide. Это Россия. И новый инстадат. Будем по кик скутер шоп. Боремся на этот ультим секунд, когда лекеан. Oh, reels in the rewind, rewind on the buzzer. Let's make some noise for Petter Bodnar. Я понял сразу после этого, что ты не возьмешь, брата. Петь, я пробил перископ, все снял. Там костец, Санек, и этот все пишет. Бивай, Петя! В общем, тут проходит не только чемпионат мира по самокату, так еще и скутер-рейсинг. Вон там старт, вон там. Они едут так. Там повороты, едут так. Как бы меня не сбили отсюда. Там едет Джесси Бейс, сейчас увидите, такая туша. Йоу, Джесси! Пипец, они на такие ходы. Просто. Они еще могут столкнуться и полететь просто кубрем, это жесть. Все, пацаны, гонка официально стартовала. Вот там на этой вышке стоит первый райдер. Я попробую снять отсюда, но это очень страшно, потому что они могут прям так на меня прыгнуть. Come on, Jesse! Hey! Can you do the scooter cross? Yes. What the fuck? I thought it was cancelled. What the fuck? Он пропустил. Он, короче, пропустил скутер кросс. Бля, пацаны там родились. Nice. Чах and five. Five. Петю Абондар! Там, по-моему, по одному проходят из четырех. По одному? Райан вообще, я ебу! Райан топит, как скотина просто! Он едет вот этот... Меня там еще занесло. Я так делал, но за 500. В общем, Петян занял второе место после Райана Вильямса. Райан Вильямс бешеный, он топил как просто... Как Райан Вильямс. Это псих, пацаны, это вообще крейзи. Он топил как Райан Вильямс. Отталкиваться тут нельзя было только в начале. Вообще жопа. Ладно, я пошел. Come on! Все, это заключительный заезд, нам все продует, это все. Там Петян, Петян, топи!
Бадаль выиграл. Занял второе место. Его позвали еще раз откатать. Брайан, нам брал вип, давай. Петян едет. А вот и наша команда. 4 часа мы решили пойти покупаться. Они такие хитрые, они ставят печать на руку, чтобы ты потом типа, мог зайти. Ну. В общем, мы пошли на море и просто охренели от количества народа. Я такое количество народа еще никогда не видел. Видимо, вода очень теплая, поэтому все пошли купаться рано. В общем, мы сейчас поедем к Филиппу и Теме, они катаются под музеем на спаке. Скажем, что мы поехали в Диагональ. И поедем в Диагональ, поедим. Мы поели и сейчас выясним, куда мы можем ехать, двинемся в путь. В общем, мы решили покататься в плавку, пока еще не время. Можем остановиться. Снимаем немного трюк. Я в комментах прочитал, что будет типа больше трюков. В общем, приехали в плазу. Решил одеть на коленки и шлем. Свокат ученика. Да.
Тут Костя Андреев, вон там сидит. Наш русский парень из Санкт-Петербурга. Костя Андреев откатал просто чумачечи. Я думаю, он по-любому займет какое-нибудь место. Ну а мы уже отправляемся в наш номер. Отдохнем. Алина сегодня улетает, проводим ее. Покажи медальку. Татьяна уже хотела уехать, вдруг вспомнил, что мне не дали медаль за участие. Мы сейчас поймаем такси и поедем в номер. Город просто... Короче, нас потом расскажет. Тебя с собой недоволен, но в целом он красавчик. Что-то мы им доволен. Никто вообще не сомневается даже в этом. Улицу перекрыли, не понимаю, почему там какой-то парад или шествие впереди вон там. Мы не доехали такси примерно метров 500 до нашей улицы. Наша улица называется Майорка 266. Вот, смотрите, что-то происходит. Митинг какой-то, что ли? Интересно, он санкционированный митинг или не санкционированный? Просто если он не санкционированный, то нужно приехать в полицию, загнать. Общага в помощь, да. Я сдавал общагу. В Барселоне есть выделенная полоса для автобусов и для такси. Так что если стоит какая-то пробка, то на такси можно проехать прям очень-очень быстро. И куда нам теперь, Алин? Алин, wait. Мы нормально. Здрасте, дядь Миш. Супер.